Тяжело такой матч комментировать. Ну, во-первых, все-таки качество поля, я скажу, немножко сегодня. Немножко, наверное, хозяева правильнее выбрали тактику сегодня. Не мудрство и лукаво, просто бить вперед длинными передачами на высоких, там, Сердюк, там, Дамшинский, борьба, подборы. Ну, пропустить на третьей минуте гол такой. Вратарский. Гол вратарский. Сегодня, я скажу, наш вратарь немножко неудачно сыграл эту игру. Ничего не хочу за него сказать. Мамедов хороший вратарь, но сегодня не его день получился. То есть там и удар такой был. Первый гол-то удар там. Еле мяч. Почему он его не фиксировал, отбивал. Он и сам сейчас пока не в курсе. Не может ответить. Чистая психология. Ну вот сами посудите, смотрите, гол такой вот курьезный, будем говорить, ну не курьезный, а сами себе привезли, 3 пенальти, остальное 3 пенальти. То есть в игровом плане, я думаю, что мы не уступили Армавиру, вот именно в игре, потому что мы старались играть, нам не позволяло поле, очень много брака, естественно, отсюда, здесь на первое место выходили морально-волевые качества, наверное, это бойцовские качества. Обе команды проявили себя в этом плане, как бы никто не хотел уступать. Отсюда столько желтых карточек и фолов, просто уйма. Вот. Ну, а то есть в игровом плане, это я говорю. Ну, а вот эти вот микроэпизоды, да, и у нас были моменты забивать, и у Армавира были моменты забивать с игры. Вот. Но они не использовали, а вот эти вот моменты и решили игру. Такие вещи бывают. Я не хочу там посыпать голову пеплом. Я не могу сказать и никогда не скажу, что наши футболисты сегодня там кто-то отбывал номер или где-то равнодушный кто-то был. Старались. Сегодня поле, еще раз говорю, поле сегодня нивелировало все. На первое место вышли, наверное, морально-волевые качества. Вот, по этому показателям наши команды были равны во всех отношениях. А вот эти вот моменты с 11-метровыми и вот этот гол, они решили исход матча. Отсюда могу сказать только одно, что хозяевам, наверное, сегодня больше пофартило. Наверное, вот так можно сказать. Мы сюда ехали не проигрывать, это точно, как бы... Исход, ну, ничейный или в нашу пользу, ну, вот счет я не берусь сказать. Но точно мы не планировали тут никак пропускать 3 гола. То есть, по ходу получилось 3-1. Старались, равнодушия никакого не было. Надо играть дальше, будем работать, все будет нормально. Вас с победой. Все-таки играли с лидером зоны, поэтому, ну, вышли максимально мобилизованные на борьбу на каждом участке поля. И наконец-то удача нам улыбнулась в самом начале практически игры. Забили гол. Потом также довели первый тайм до логического завершения, забив еще мяч. Так что в принципе было уже играть легче. Что-то получалось, что-то не получалось, но в принципе я считаю, первый тайм закономерно, что мы выиграли, потому что владели инициативой и больше хотели выиграть, выиграли больше единоборств, подборов. Второй тайм уже играли немножко по счету, при счете 3-0. Естественно, не хотели пропускать, чтобы не накалять ситуацию у наших ворот. Ну, получилось, как получилось. Забив мяч, команда украинская добавила, естественно. Мы сыграли уже в этой ситуации от обороны. Было у нас еще несколько хороших моментов для взятия ворот у Жени Касьянова. Ну, я считаю, победу нашу, она была очень тяжелая, очень, очень нужная нам. Но я считаю, все-таки мы, наверное, чуть-чуть больше сегодня заслужили. Хотя очень респект большой команде «Крымск», она показала великолепную игру, практически сбалансированную во всех линиях. Ну, кто-то, наверное, сегодня должен был победить, поэтому повезло немножко нам больше. Так же, как и им в матче первого круга.
Так что разошлись мы, можно сказать, по 3 золотых очка, потому что я думаю, что мы, что Крымск попадет в шестерку команд. И дальше уже будем идти по турнирной таблице, я думаю, рядышком. Сегодня поддержка болельщиков, с каждой игрой болельщиков становится все больше и больше. Это трудно не заметить, но сами понимаете, болельщики – отражение игры и результата команды. Когда команда вверху, она, естественно, интересна всем. Люди приходят, поддерживают, много девушек на трибунах, что особо радует. Дай бог, их будет еще больше. Поэтому потихоньку, я думаю, маленькими шагами, но ту посещаемость, которая была раньше в Армавире, и которой Армавир славился, я надеюсь, мы все-таки вернем. Потому что все равно постепенно будет добавляться в команде молодежь местной спортшколы, уже ближе к зиме планируем. Сейчас у нас в общей группе тренируется ряд футболистов молодых. Там планируем дозаявить еще, или по крайней мере провести сборы. Еще человек 6-7 со спортивной школы, поэтому с каждым годом, с каждой дозаявочной кампанией, я бы так сказал, в команде будут появляться, я надеюсь, местные футболисты, которых все знают, все любят. И еще больше в связи с этим добавится и зрительный трибунал.